Сегодня у нас посылочка и заехала. Там парочка ИБУ просили поднять холостой ход. Таким образом, конкретно запечатано. Вот, что-то писал какой-то. А, вот, блок номер один. Стандартная прошивка без чиповки, но Евро-2. Добавить холостой ход 800-850. Блок номер 2. Просто добавить холостой ход. 800-850. Чиповку оставить. В общем, пока распечатывал эту штуку, обнаружил вот такой вот косячок. Вот. Немножечко. Где-то все-таки киданули. Где-то киданули. Ну, как бы разъем цело, все тут просто вот кусочек такой вот отломился. Вот я подключил провода к гламур-боксу. И, значит, производим идентификацию. Вот. Далее выполняем чтение прошивки. Куда-нибудь на рабочий стол сохраним. Все, пошло чтение, старт чтения. Пошло чтение прошивочки, сейчас вычитываем. Вот, в общем, прошивка вычиталась у нас до конца. Запускаем, значит, редактор. Находим в редакторе холостой ход, желаемые обороты. Так. Неожиданная ошибка. Сейчас разберемся. В общем, из-за того, что два ключа торчало в компьютере, пробка глюканула. Значит, по просьбам трудящихся ставим вот здесь вот 850 оборотов. 850. Смотрим. Хоп. Видим, обороты поднялись. Вот, на всех режимах в этом месте. Поставим 850. Желаемые обороты. 750. Как видите, тут очень много параметров с холостыми оборотами. Их все нужно подкорректировать, где меньше. Вот здесь тоже 850 выставим. Ну вот как-то так. Значит, теперь мы сохраняем. Сохранить как? Вот, тюн. 850. Сохранить. И сейчас то же самое сделаем на стоковой прошивке. Вот, на тюненной и на стоковой. Сейчас тюненную запишем и потом стоковую запишем в другой ЭБУ. Также на стоковой прошивке нас просили, помимо того, что поднять обороты, нужно отключить второй лямбда-зонд. Вот верхний лямбда-зонд, нижний лямбда-зонд. Отключаем и сохранить как сток Е2 850 оборотов. Так, ну все, значит, у нас тут все подключено по-прежнему. Выбираем сразу же записать флеш. Выбираем наш файл, который мы, значит, тюн Е2 850 мы сделали. Оборотов, открыть, считать контрольную сумму. Ну, нажмем «Да». Запуск, стирание прошивки. И сейчас, значит, у нас пойдет запись. Все, старт записи пошел. Сейчас записываем тюн
И в другой блок запишем сток Евро 2 850 оборотов. Тюнинг вот уже, значит, записан успешно. Так, отключаем вот эти вот проводочки. Так вот, хоп, переставляем и подключаемся ко второму ЭБУ и программируем его. Вот, значит, подключил второй ЭБУ. Тут у нас все подключено. Значит, записать флеш опять. И выбираем уже файл, который сток Евро 2 850 оборотов. Открыть. Считать контрольные суммы? Да. Оп, все, пошла запись второго ЭБУ. Запись второго ЭБУ тоже у нас прошла успешно. Поэтому отключаемся. Отключаем проводочки. Опять вот так запечатываем. И отправляем обратно ребятам в Айхал. Все.